Так, деревня Барвиха, 67, да? Да. 67, вот Рублево-Успенское шоссе, и вот такая вот веранда здесь подготовлена под застила на третьем этаже. Да. И вот здесь еще большая веранда вот такая готова. Ветки дуба, смотри, заходят. Видишь, ветки дуба заходят на террасу. И наверху, и на третьем этаже, и на втором. Ну, а пусть на крыше слазит. На крыше вообще супер. Ну, полезли на крышу. Пошли. Давай. Здесь можно выйти. Давай. А? Так, вот веранда с другой стороны. Здесь проход дальше. Не, я имею в виду вообще на ту крышу, на самый верх. Пошли на самый верх, да. Не, ну здесь склад. Да, да. Это театральный склад. Пошли на крышу скорее. Да, не, не. Пойдем, пойдем. Здесь на крышу. А, здесь выйдем. Все, сейчас я приду. Ага. Да мне Марина. Это место под склад. Не-не-не, Саня, ну зачем там? Давай. Обсерватория. Да. Там обсерватория. Так. Выход на крышу. Так. По трапу откидному. Ох, какая тут крыша-то. Опаньки. Так надо было сюда сразу идти. Вот она, летняя веранда-то. Слушай, тут у вас крышу будут арендовать. Будут арендовать крышу под проведение мероприятий летних. Слушай, ну вот это вот надо согласовывать тебе. Ничего не надо согласовывать. Ну если здесь соберется 20-30 человек. Все согласовано. Да? Да. Никаких проблем. Ну, повествую, рассказывай. Да. Это не только место, скажем так, силы, место сбора людей, которые принимают решения. Это вообще точка, с которой начнется возрождение России, а потом всего мира. Здесь мы... Вот Россия собой представляет пока нечто подобное. Но мы движемся в сторону цивилизации, необыкновенной цивилизации, технологической, духовной, нравственной, большой, всемирной. И все технологии наконец-то собраны в России. И мы начинаем этот процесс совместно с глобальной волной. Мы начинаем вещать всему миру. Но тот мир, который находится здесь, как раз и есть люди, которые принимают решение. И вот они стоят в пробках, да. Видимо. И они, да, согласно законов рекламы, они заложники пространства. Да. Они вынуждены смотреть на то, что происходит, да. Со всей перспективы, осматривают. Да. И здесь для них будет дан контент, который они, как иссохшаяся уже пустыня, ждет воды, орошения. Также люди заждались одного большого общего дела, заждались вот этого гигантского, интереснейшего возрождения России, где каждый станет просто героем, потому что нужны все абсолютно. У нас гении все, и начиная от сантехника дяди Васи, кончая там академиком. Просто мы не собраны все вместе в этот большой не творческий организм. И технологии сейчас позволяют это сделать. Прекрасная эксплуатируемая крыша. Какую здесь, да, разрешенная нагрузка на крышу? Ну, здесь максимально можно там 50 человек, чтобы одновременно присутствовали. Коктейль-пати делали, да, играла музыка. Я думаю, что здание рассчитано на серьезную нагрузку. Ты уверен? 100%. Но расчеты же есть, да? Да, здесь был бассейн у нас прошлым летом, и он не провалился. Отлично. Да. Значит, здесь можно баньку поставить? Да, здесь на крыше можно баньку. Ну, баньку можно поставить и там, на участке. Пошли посмотрим. Участок продолжается. Пока вот. Кстати, владельцы деревообрабатывающих предприятий, вот есть место для бани. Можем, да, поставить и делать рекламу вашему банному, да, комплексу. Вот, это вот остатки старого дома. Не, а тот дом чей? Распиленный. Это соседи? Соседи, да. А у вас забора пока нету? Или нет, там? Ну,
есть, вон колышки торчат. Как соседи относятся? Ну, это дрова, да? Это остатки старого дома? Да, да. Как могут относиться соседи? С позитивом. Да, да. Все только позитив. За позитив, вместе с позитивом и вперед к позитиву. Нету никаких преград. В своих дерзаниях всегда мы правы. Да, прекрасно. То есть здесь музыку. Но музыка, да, наверное, до какого-то времени. А потом такую нешумную. Нет, тоже нет никаких ограничений. Особо. Прекрасная концертная площадка. Единственный ветер. Да, да. Ну, в теплый день. Лето обещает быть жарким. Да. И бассейн вытаскиваете, да? Да. И бассейн уже есть. Да, да, каркасный. Прекрасно. Прекрасно. Ну все, хорошо, спасибо. Идемте. Давай, я первый.